аллея пальм. Храм святого Кирилла Мефодия. Там даже мощи есть святые. Итак, сегодня экскурсия в старый город. Это Орел. От него идем прямо. Итак, впервые упоминание существует разные трактовки о создании города Созополь. Впервые упоминание было в 610 году до нашей эры. Греки назвали город раньше Аполлония в честь бога здоровья и красоты. Так и назвали город Аполлония. Это уже сейчас этот город Созополь, что означает спасение. Греки поставили 13-метровую бронзовую статую Аполлона, но потом ее в ходе завоевания отвезли в Рим. Вот эти вот старинные дома деревянные, это дома рыбаков. Вот они, деревянные. Так, сейчас посмотрим, что там дальше. Такие вот, это был раньше, как я говорила, торгово-портовый город. Хотя, познакомившись с болгарином, сказал, что сейчас они уже отреставрированы, и внутри кирпич, обделаны деревом. Двухэтажная, тут тоже живут люди. Гранатовое дерево. Ставни закрыты и стали от назойливых туристов. Onko nähnyt jotain, mitä haaretta on? Missähän on se vappukylä? Onko se siellä этнографический музей. Ну, сейчас 7 вечера, наверное, закрыт он.
только гуляет по болгарским улочкам. Полотенца. Кружки. Созопр расположен на острове Кирика, рядом остров Святого Ивана. На этом острове нашли мощи Святого Иоанна Крестителя, тот, который Иисуса Христа. И вот эти мощи здесь находятся, в храме Святого Георгия. Правда, мы сегодня не попадаем тут до 6. Вид сверху. Храм Святого Георгия. Привет, привет. Красавец. То котов снимала в том году, в этом году собачки. Мы идем дальше. Тут уже не такие старинные дома. Погода как в Питере. Что я снимаю? Я снимаю цветник на крыше дома. В Созополе. Идем дальше? Она еще шире. Она еще потемнеет или нет? Ладно, все, почта. 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 Вот так и дожди.